Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как в консоль PS Vita вставить игру. То есть вы купили себе, например, игрушку, она у вас идет на такой вот карточке. То как же вам начать в нее играть? Для этого берем нашу консоль. И здесь сверху видим такой слот, подписанный PS Vita. Открываем его. И сюда вставляем нашу игрушку. Примерно. Вот так вот берем. Оп. Слот закрываем. И теперь у нас в меню появится наша новая игрушка. Она называется Resistance Burning Skies. И теперь можем в нее играть. Такие дела. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.